Ялтинская администрация обнародовала план новогодних и рождественских гуляний, которые пройдут в населенных пунктах Большой Ялты. В этом году старт праздничным мероприятиям и торжествам дадут 19 декабря. С этого дня в Ялте начнется новогодний марафон, который продлится до 15 января. За это время ялтинцы и гости города смогут не только прекрасно отдохнуть, но и насладиться концертно-развлекательными и тематическими программами, а также посетить рождественскую ярмарку. Будет хорошее настроение, будет куча сказочных сюрпризов, будет новогодняя ночь, будет мороз-парад, будут детские коллективы, будут сюрпризы детишкам, подарки, рождественская деревня, дискотеки будут, будут тематические музыкальные дни у нас различные. В общем-то, вся рабочая группа, которая, весь коллектив, который здесь присутствует, сделали настолько много всего, что я сам с огромным ожиданием жду все эти сюрпризы. Будет сказочное оформление и сцены, и деревень рождественских, и много-много еще нового.